Здорово! Вы на канале Попингуев и с вами Сев. И сегодня мы посмотрим на очень древнюю игру, которая называется Collapse. Ну, дружище, это же старая как мир легенда. Игра эта у нас из моего прошлого ПК Боярского. И что, собственно, это такое? Очень старый проект, по-моему, от ребят из Украины под названием Collapse. Что-то в последнее время, кстати, довольно много игр я смотрю, которые от русских, украинских разработчиков, кстати, довольно много их у меня, в принципе, было на компьютер. Собственно, что такое Collapse? Collapse — это очень странная игра. Сам я в нее не играл, потому что уже тогда я понимал, что что-то я не очень хочу, и есть гораздо более интересные продукты. А купил я ее на Озоне за некие копейки, потому что за 99 рублей я купить ее не успел в лицензионном магазине нашего города, который закрывался, к сожалению. Была большая трагедия, кстати. Но буквально недавно, ну, месяца 2-3 назад, я посмотрел очередной разбор полетов, тоже какого-то бородатого, как я помню, года, от ребят от Stop Game, и как раз хоть увидел, что это за продукт. Ну, оказалось, что вроде не так плохо, как должно было быть, хоть и странненько. Возможно, но я знаю, что ты не знаешь, что все, что ты знаешь, стало знанием с помощью фантазии других людей. Итак. У нас стилбук с офигительной полоской от компании Бука. Прям очень круто сделан. 18+, запрещено для детей. Арт на стилбуке своеобразный, потому что здесь графика у нас, собственно, игровая. Изображены, видимо, два главных персонажа. Ну, это точно главный персонаж. Это, по-моему, видимо, помощница какая-то. И, как обычно, что мне всегда не нравилось, это делалось, кстати, не только на компьютерных играх, но и на стилах некоторых версий для PlayStation 3, как минимум, снайпер, по-моему, второй, просто ужасно выглядит. Вот, здесь прям полоска, прям на стилбуке, что и написано, что это специальное подарочное издание. Вот, также пометка Бука, что забавно. Ну, а сзади, также на стиле, просто как обычная обложка любого DVD-бокса, включает в себя скриншоты, описание. И что содержит этот стилбук. Я туда не смотрел. Взял, скорее всего, этот диск как раз-таки немного дороже, чем 100 рублей. Сейчас он стоит где-то на Авито около 1500. И сейчас мы уменьшим эту цену где-то на треть. Собственно, уменьшили. Вот. Давайте снимем. Наш целлофан. Вообще, конечно, от таких стилбуков, на которых сзади полностью просто изображали, ну, тот же самый арт, который делают на обычных боксах, да, на картоне или на бумаге, веет, конечно, олдскулом. Да, что-то в этом есть. Что-то в этом есть, хотя, если сейчас так сделать, то, конечно, это будет, ну, не очень. Достаточно с коллекционки за 18 тысяч стилбук, например, по Elden Ring, а там вот такое. Ну и я, кстати, не смог просто удержаться, все-таки достали мы этот диск с полки. Вот, это просто гениальная склейка сейчас произошла, которую вы даже не заметили. И вот, допустим, игра Sniper Ghost Warriors. Понятное дело, что сзади здесь то же самое, да, обычная обложка диска. Но спереди, прям на 1/6, наверное, самого стила, нам написано, что это издание какое-то, и что в него входит, и так далее. Так делать, конечно, не надо, и так теперь не делают. Ну, вернемся к нашему коллапсу. Что у нас тут есть? И что-то уже вываливается. Ну, давайте вот так вот, пусть и вываливается. Угу. Так, под ним нас ждет сразу же два диска. Удивительно, она даже на двух DVD. И, ага. А второй у нас диск, это диск с бонусными материалами, так и написано, с дополнительными материалами. Который также входит, как минимум, саундтрек от группы Ньютон. Сам я эту группу не знаю, не слушал, без понятия. Давайте посмотрим, что у нас тут выпало. А выпал у нас тут большой тяжеловесный магнит. С лого игры и с двумя то ли героями, то ли с одним героем и его спутницей. Прям очень тяжелый, очень толстый, но гибкий. Качество так себе. Также выпали какие-то карты. Все они имеют сзади обложку с логотипом и названием игры Collapse. И, собственно, это в прямом смысле карта. У нас тут шестерка червей,
дама червей, восьмерка буб, валет пик, семерка треф и семерка червей. Итого у нас тут получилось 6 карт. Как я понимаю, они тут рандомно раскиданы, да, и, наверное, есть вся колода, условно. Очень странное решение, если это так. Потому что, ну, как бы... Как бы. Также у нас здесь классический буклет от Буки, регистрационная карточка, которую можно отправить. Еще, внимание, конкурс, главный приз, ноутбук. Между прочим, думаю, я на него немножко опоздал. Руководство пользователя, толстенная книга, уже видно. Помята почему-то кем-то, явно не мной. Руководство толстое, черно-белое. Кстати, игра сама представляет очень странную смесь. Тут есть оружие ближнего боя и огнестрел. И точно не помню, но ребята от стопов говорили, что пользоваться там можно только одним, по сути. А второй сделан абсолютно бесполезно и бессмысленно. Короче, претензия была основная в том, что игра попыталась быть всем, но не совсем получилось. Так, ну и плакат. Большой. Односторонний. Вот с таким изображением. Ну а сзади стила нас ждет изображение какого-то монстра-мутанта. Вот, стилбук, кстати, матовый, с отражающими элементами. Тут сзади даже написан сайт этой игры отдельно. Ну, сделан качественно, сделан качественно. Имеем мы, собственно, вот такой стилбук с таким наполнением. И мне кажется, для лимитного издания это очень и очень неплохо. Основная цель, к сожалению, в этот раз тоже не была выполнена. Ключа внутри этой коробки для Steam-версии нет. Ну, в принципе, это и не удивительно, на что я рассчитывал. Еще бы я в Тургоре бы его бы там нашел. Но, в целом, действительно круто. Для всего лишь одного стилбука туда смогли засунуть много всяких прикольных штуковин. И это радует сердце любого барахольщика-коллекционера. С помощью этих безделушек можно обрести многое. Ну, а на этом сегодняшнее видео подходит к концу. Играйте в хорошие игры и удачи! Новое видео, а значит новая попытка достать Шерлока Пушина из яйца. В этот раз еще и по скидке. Итак, что у нас тут? В этот раз давайте откроем его, что ли, аккуратно. Яйца получилось доставить, не поломав. О, да. Итак, ну! Да вашу же... Ну что такое? Пятый Пушин... И два уже повторились. До встречи с новой попыткой.